Готово? Дорогая Соня, шлю тебе горячий южный привет, просоленный морем и прожаренный солнцем. У нас здесь штормяга. 6 баллов. Поэтому ведем исключительно сухопутный образ жизни. Вот. А музычку какую прилепить? Что-нибудь пронизывающее насквозь. Сообразим. Хорошо. А ты сам-то как, любишь ее? Слушай, дядя Коля. Я все понял. Пора двигать домой. Тут вас ничего не поймешь. Открой, дядь Коля. Хорошо. Дорогая Соня, шлю тебе горячий южный привет, прогретый солнцем и просоленный морем. У нас здесь штормяга 6 баллов, поэтому ведем исключительно сухопутный образ жизни. К тому же местное существование потеряло для меня всякий смысл после отъезда одной хорошо вам известной особы. Егор Иконников, отставной капитан дальнего плавания. Вернись, я все прошу, упреки подозрения, мучительную боль. Пластинки слушаешь? А этот тип с твоей женой. Сначала в машине разъезжали, а теперь крепки под ручку пошли. Помолчи, мужик ты или баба? Я ему друг.